Да, это мой подписчик. Да, он застыл в воздухе. Да, ребята, это матрица. Попал. Убил, да. У нас все вышло. Хей, йоу, ребята, меня зовут Кент АПК, и прямо сегодня я вам покажу самые топовые пасхалки и фишки в игрушке Stand of 2. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну а мы начинаем. MyStandOff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandOff.ru. Ну и первая наша пасхалка поможет нам переместиться с Мида на Плент А. Все, что нам надо, наш друг. Друг, привет. Дальше мы на него запрыгиваем. Так, братанчик, ты готов? Готов? Я пол, он готов. И как только я, ребятки, прыгаю, мы одновременно начинаем идти вперед. Потом я просто беру и припрыгиваю на Плент А. Давайте попробуем. Блин. По прыжку идем вперед. Уху! Да! Вышло! Вышло! Со второго раза! Вот это да! Пацаны, но за это надо поставить лайк! Ребята, важная инфа! Только что мы нашли секретную пасхалку в Stand of 2! Это радио! Да-да, я никогда в жизни не знал, что тут есть радио, оно играет! Давайте послушаем, что же оно играет! Диджей, включай! Следующая пасхалка крайне проста. Если вы, ребята, хотите удивить ваших противников, то договоритесь с вашим другом, чтобы он сел в вот такой вот позиции. Дальше вы прыгаете вот сюда, и все противники просто офигеют. Ой, ну только с первого раза у вас не получится, но раза со второго 100%. Ну, короче, ребята, в итоге вы должны оказаться вот тут. Если у вас будет АВМ, то даже если будет АХР, все ваши противники просто охренеют от жизни, потому что вы просто будете их видеть через всю карту. Ну а если вы хотите, чтобы ваши противники вообще потеряли сознание, то, ребята, просто делайте как я. Вашего друга попросите встать вот тут. Дальше распрыгивайтесь и... Блин, опять мне ничего не вышло. Опа-па! Вы посмотрите, вот это да! Я просто представляю реакции противников, если я залезу сюда, они просто сознание потеряют и подумают, кто это? Это читер! Но нет, это всего лишь обычная подсадка. Ребята, еще одна очень прикольная фишка, как сделать так, чтобы вас не убивали аваперы. Покупаем дым и кидаем его примерно под таким углом. Данный дым должен... Блин! Мы покупаем дым и кидаем прямо с респы. Вот под таким углом примерно. Кидаем дым. И сейчас нам не страшен ни единый авапер, потому что дым нас защищает. Вот так вот я кинул дым, и данный дым нас защищает полностью от противников, которые шли бы со стороны респауна террористов. Ребята, еще один очень интересный факт, о котором я лично не знал. Если вы простреливаете через такой ящик, отнимается 24 жизни. Если вы простреливаете через такой ящик, отнимается всего лишь 6 жизней. То есть, потому что он, наверное, металлический, а это типа деревянный. Но я, ребята, просто в шоке, что через этот ящик урон проходит в 4 раза меньше. Я просто в шоке. Но прямо сейчас вы, ребята, увидите пасхалку, которую нашел лично сам я, Кент АПК. Смотрите, в чем ее суть. Раунд заканчивается. Я именно в этот момент, когда раунд заканчивается, вот только-только он заканчивается, я, ребятки, подбираю М-ку. Вот смотрите, подбираю М-ку. И у меня вот такая вот анимация. Самое главное, вспоминать правильный тайминг, и тогда вы будете просто в шоке. Пацаны, посмотрите на вот это. Блин, ну как по мне, это прикольно и заслужит вашего внимания. Тем более, можно знатно потроллить ваших друзей. Поэтому, пацаны, поставьте лайк, кто не знал про эту пасхалку. А также подпишитесь на мой канал. Ну а прямо сейчас я вам, ребята, покажу самый жесткий и самый нереальный прострел Stand of 2. Да, именно вот эта дверь, она простреливается. Да, она простреливается очень тяжело, но все-таки, ребят, она простреливается. Посмотрите на вот это. Да-да, попал, увидели, попал. Офигеть, я просто сам не знал об этом простреле. Мне показал мой подписчик, за что им большое спасибо. Обалдеть. Попал, убил, да, у нас все вышло. Короче, пацаны, если ваш противник будет в доме, то попытайтесь его прострелить через эту дверь. Но скажу сразу, это будет очень-очень непросто. Да, это мой подписчик, да, он застыл в воздухе, да, ребята, это матрица. Вы просто посмотрите на вот это. Да, я в шоке, и он тоже в шоке, все в шоке. Ну а как вот так вот так же само замереть в воздухе, прямо сейчас я вам, ребята, расскажу.
Все, что вам надо сделать, вы, ребята, должны прыгнуть и в момент прыжка резко свернуть игрушку стендов 2. И потом вы будете вот такой вот позе. То есть все предельно просто. И самое главное, его не кикает, то есть он потом просто взял и спокойно зашел в игру, и все окей. Просто упал с неба на землю. Как по мне, это очень прикольно и заслужит вашего лайка. Ну что ж, мои уважаемые подписчики, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, потому что если мы наберем 8к лайков, то я снимаю продолжение. И самое главное, пишите ваши комментарии и нажимайте на колокольчик. С вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока. Пока-пока.